очень устал, опустился в кресло. Он много лет изучал электричество, сделал открытий большое количество. И вот он сидит, его щеки бледные, взгляд устремив на катушки медные. Бег электронов, магнитное поле, все он хотел подчинить своей воле. Но суть ускользает ученого, разум не может объять всю вселенную разом. Это мой научный довод, оголенный медный провод. Знай, что физика жестока, и почувствуй силу тока. Известно, предмет очень странный, то переменный, то постоянный. Может ударить не понарошку, так можно ли его приручить, словно кошку? Тесла знает, удары током для живых организмов выходят боком. Но вдруг он рывком поднимается с кресла, в большом кабинете становится тесно. Трещат провода, разгоняя частицы, Тесла молчит, лишь мерцают глазницы. Это мой научный довод, оголенный медный провод. Знай, что физика жестока, и почувствуй силу тока.